Привет от Андрея Князева костромским поклонникам. Будь здоров, чувак. Наверное, вашим поклонникам непривычно видеть вас в таком спокойном образе. Ты знаешь, где спокойствие, там и разбул страстей, да. Все спокойствие, оно куда-то пропадет. Я даже сам не смогу понять, куда же оно денется. Во-первых, это перевоплощение, это сущность артиста. Мы артисты. И вот поэтому для нас перевоплощение это имеет очень важное. А потом, знаешь, есть такое понятие, как эго. Человек себя обусловит. И в чем прелесть артиста? В том, что ты можешь стараться менять себя. Не зацикливаться на себе как каким-то одном, а... Бля, сказать одним или оставить одно. Ладно, хуй с тобой. Одним скажу. Одним, да? А вот как-то входить в различные образа, да? Это голос сорвал, видишь, даже? Как буду петь, не знаю совершенно. И спою, понимаешь, да? Ну отойдите, давайте заново все, Олег. Так и повелось. Обыкновенный техник Олег Мартынов раздает поклонникам «Короля и Шута» автографы. Правда, в Костроме за этим делом замечен не был. Так что, видимо, нашим фанатам автографы от него не достались. Вы нарушаете закон! Полиции могут вас арестовать! Мы с мамой тоже это пойдем в полицию и пожалуемся на вас! Зато от техника Мартынова мы узнали всю правду о горшке и князе. Ля ты крыса, а? Скажите, пожалуйста, а что вы ждете от концерта и вообще, что вы ждете от костромского зрителя? А че вообще? Нормально. На прошлом концерте был? Не, на прошлом не был, деньги не достал. Достал бы, конечно, бы пошел. На прошлом тоже классно было. А где вы взяли деньги, заработали, да, специально? Работали все лето. Специально все лето работали, чтобы идти на концерт.